Вскоре пустующая площадка на улице Горпищенко примет совсем другой облик. Тут началось строительство современного детского сада. Игровая, зал для занятий музыкой и спортом, класс хореографии, спальня с комфортной мебелью и остальные значимые для дошкольного учреждения помещения. Территория будет благоустроена. Для 12 групп будут игровые площадки с теневыми навесами смонтированы. И будут установлены малые архитектурные формы. А еще открытая площадка для занятий физкультурой и метеоплощадка. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, на детей от 1,5 до 7 лет. Возводить новый сад поручено компании «Гермес». На ее счету строительство домов, школы и детского сада. Правда, в Курганской области. В Севастополе за социальный объект подрядчик берется впервые, но обещает не подвести. Конструктивно садик несложный, но эргономичный и с применением современных технологий. У нас будут теплые полы, у нас будет эффективное утепление конструкции. Возвести здание и начать отделку подрядчик планирует уже в этом году. Параллельно будет вестись подготовка инженерных сетей. Оставшиеся работы будут выполнять в 2021. Стоимость объекта 211 миллионов. Со сроком выполнения до конца следующего года, 2021 года. Но я думаю, что мы подкорректируемся, и снизим и укоротим сроки строительства. Потребность в новом детском саде высокая, говорят в правительстве города. На Горпищенко сейчас активно возводятся новостройки, и спрос на дошкольные учреждения только растет. Сократить общегородскую очередь должны и детские сады в других районах Севастополя. В конце 2019-го дошкольные учреждения начали строить и в бухте Казачьей. Всего же за прошедшие 5 лет с нуля в Севастополе построены 4 детских сада, которые уже работают. Еще 2 находятся на завершающем этапе строительства. Юлия Бауськова, Дмитрий Лилека, 7 Информбюро.